утро в Барсело, Майя Тропикал. Пасмурно, пасмурно. Варикоса спортом занимаются. Вот такой пляж огромный. Море теплое. Сейчас посмотрим, что там под водой. Супер, вообще нереально. Так вот кокосы рубят, лазят. Сейчас. О, смотри, какая ветка разбилась. Вон, смотри, хороший полетел. А, тоже вылился. Возьми его какой-нибудь хороший. Вон на траве, которая лежат. Посмотри, зеленые. Взять? Угу. Тропический ливень у нас в Барсело с утра 14 января 2019 года. Это наш номер 7612 на третьем этаже. Живем в Барсело, Майя Тропикал. Очень симпатично, красивая территория, зелено. Сейчас идем на завтрак. Сегодня был ливень вообще. Тропический такой. А может ты его... Куда? Налево. Не слиться друг. А может и слиться. А может и друг. Очень прикольно сделано, что у них переход с корпуса в корпус гостиницы сделан под навесами. То есть при любой погоде это будет удобно. Ну почти все. Вон есть переходы без этого. Территория очень зеленая. Красиво, ухоженная вся.
меня уже заходили. О! Давай играть. Что, пойдемте на завтрак, а то мы... то поиграть еще. О, прикольно. И на вечернюю программу начали сходить. У нас же ресторан сегодня раньше, мексиканский же. Ой, красиво здесь, да? Территория классная. Пляж супер вообще. Распогодилось. Это же ресторан центральный. Это палац? Это не палац, это наши завтраки здесь. Нам можно пользоваться любыми ресторанами, кроме Барсело Пелес. Можно сфоткаться с индейцами. Сюда. Сегодня идем завтракать в буфет Колониала. Барсело Майя Колониал. Он среди... кофе, напитки разные, фрукты. Ресторан очень большой, сладенькая, пирожницы всякие, йогурты, джемы. Туалет. Колониал вместе с Тропикалом соединены основным вот этим вот рестораном. Завтрак, конечно, очень крутой. Очень много всего, омлет. Йогуртов. Любых. Фрукты. Овощи. Курочка, картошечка, перчик. Здесь тоже жарят яичницу. Еще фрукты, сливы, персики, яблоки, бананы, йогурты, джемы. Арбузы, дыни, папайи. Йогурты. Различные булочки, хлебушек. Сладости. А это вот уже вход как бы в ресторан.
Парцелла Тропикал. Они между собой соединены. Доброе утро, Сашенька. Ну, завтраки идентичные. Абсолютно одинаковые. Приятного аппетита. Хлебушек. Пошли рыб насмотрим. Так, пошли, девочки. Все пытаются, покормите нас, покормите. Ина, иди сюда. Ин. Быстрее, с хлебом. С хлебом, идите сюда с хлебом. А ты можешь опустить воду, посмотри, как воду опустить, воду опустить. Смотри, с Александром идем. Кабаном вообще. Давайте не подносите, да? Не надо, они кусаются. Они сразу кусаются. И че чайки, все? Кей, все чайки. Арго! Иди сюда, иди сюда. Давайте все на Дима делать. Не надо. Чайка, чайки здесь едят. Аргоша. Чайки, одна. Чайки, давайте чайки. Смотри, смотри. Выпрыгнули мы. Смотри. Блин, укусила, больно сразу. Слушай, а... А ну покажи, Дим. Дим, покажи. Покажи. До крови? Да, да, да. До крови, да? До крови. Да, царапнула. Ничего себе. Смотри, мордашка. Опа, смотри, смотри, опа. Драка, смотри, опа. Я больше. Опа. 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 Бегать. Поплыли, Димон. Я думаю, надо, чтобы зашивать. Текила она будет обработать. Да, я просто акулы, я же не чувствую просто. Поэтому лучше продержаться. Саша! Куда ты опять руками полез? Саша! Ай! Сразу! Thank you.
вот так. Вот. Класс? Да, понравилось? Да, понравился черепаху так кладить? Ровно такой. Так, пошли. Пошли, пошли. Тебе нельзя, наверное. Как массаж? Ой, замечательно. Расслабляюсь. Ну, балдеть. Thank you, thank you. А там типа анимация даже какой-то, смотри. Да, анимация всегда, видишь, там. Хочешь на зубы пойти, на анимацию? Не хочу. Не хочешь? А может пойдем? Танцуем. Идем. Я не могу танцевать, как он. Помнится полным ходом. Я могу медленно только. Хорошо! Руки за голову! Барсело Майя, 15 января 2019 года. Супер! Идем плавать, Барсело Майя Пелос. Вот наш корпус. Белки везде бегают здесь. И вон еще белка, видите? Ух ты! Что? Такие вот игуанчики ползают везде. Везде на территории курсируют автобусы. Чтобы было, можно передвигаться между комплексами было. Сейчас идет дождь, и не совсем прикольно. Автобусы двухэтажные. Держи в руке.
вон наши. Здравствуйте! Здрасте, Андрюха! Доброе утро, господа. Доброе утро. Алло, с тобой постоим. Вот это ты видел? Маргош, ты видишь дельфинчики? Вау! Ох, красавец, ребята. Видя дельфинов. Это Барсело Колониал. Ресепшн. Идем в Барсело Молл. Барсело Молл. Карусель работает. Как в Лондоне прямо. На Таймс-сквер. Что, Маргарита, не скажи, как у меня фибулярного аппарата. Японский ресторан. А-ля карта. Итальянский ресторан. Заходите, заходите. Пришли в мексиканский ресторан Ля Карте на ужин. Куриная грудка? Chicken breast. Отведали мексиканской еды. Что вы скажете? Я скажу, мороженое было вкусно.
ужин в Карибиан, Барсело Карибиан. Пришли сегодня в другой ресторан, посмотреть, что здесь на ужин дают. Это тоже пятерка, как бы, но только она находится дальше от нашей. Мы же в Тропикале, а это Карибиан. Ну, посмотрим, что сейчас предлагают на ужин. Сказали, столик на 3 места. Ола-ола. Вот, нам дали такой вот стол. Сейчас посмотрим, что нам предложат здесь. По еде. Пойдемте. Пойдемте. Олао. Мясо. Говядина. Миди. Миди. Какие... Что это такое? Фасолька. Курица, рыба. Жареное что-то. Вот. Сашенька не может определиться с выбором. Это мясо. Да, жарят. Будешь жарить я. Выбирай любое мясо. Будут жарить тебе, что ты хочешь. Вот они же жарят. Вот, видишь, они жарят тебе уже его. Можешь взять. Мяско жарят. Мяска очень много вкусного разного. Говядина, свинина, плов. Это бар. Ола. На баре есть все, что хочешь. Текила, водка, пиво. Это вода. Где? О, это хорошо, я хочу такое. Где он? Вот он лежит. Это разделанный поросенок. Красиво. Ресторан большой, да? А людей, кстати, немного. Это помидоры. Креветочки, о, креветочки, я хочу такое. Ну там были готовые креветочки. Миди. Вкусные креветочки. Вот. Фреш. Сладости различные. Овощи. Сладости. Сиреневые. Саша, она хотела очень. Драгонфрут, бананы, арбуз, ананасы. Ну, по идее, здесь все супер. На самом деле, голодными не будете точно. Что? Очень красиво все выглядит.